Законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда приступают к закону, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они – поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы. Мы всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордимся межэтническим миром в своей стране. Так оно будет и всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или с русскими. Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польши и значительной части белорусской территории 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать. И еще раз хочу подчеркнуть, там многие поднимают вот этот польский вопрос, поляки, притеснение. Еще раз хочу повторить руководству Польши. Да, у нас немало проживает поляков, но это наши поляки, их родина Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живут у нас, граждане Беларуси, это наши поляки, это наши русские, наши украинцы, наши евреи. Их так надо воспринимать, как я их воспринимаю, как воспринимают все граждане нашей страны.